Здравствуйте. Сегодня поговорим о диенах. Начнем, как обычно, с классификации и номенклатуры. Сами по себе диены, алкодиены, это ненасыщенные углеводороды, содержат две двойные связи. Общую формулу можно выразить как CN(H2N)-2. Поэтому они являются структурными изомерами алкинов. На картинке вы можете видеть какие-то типичные представители диенов. Бутадиен 1,3, или иначе называемый дивинил. Изопрен, простейший представитель из пяти углеродов вместе с пентадиеном 1,3. Сами по себе двойные связи в диенах, они могут быть сопряженными, изолированными или кумулированными. Больше всего внимания уделяется именно сопряженным диенам. В школе, в принципе, только они в основном проходятся. Сопряженные диены – это тогда, когда двойные связи разделены одной простой двойной связью. Изолированные двойные связи, они разделены двумя и более простыми одинарными связями. Ну, например, пентадиен 1,4 или другие. Диены с изолированными двойными связями, они обладают те же самыми свойствами, что и обычные алкены, и эти связи проявляют себя независимо одна от другой. Поэтому в этом плане их свойства особо неинтересны в плане изучение отдельного класса соединений. До знаний по алкенам вполне достаточно, чтобы с ними проводить все манипуляции. Кумулированные же диены – это когда двойные связи находятся на одном и том же атоме углерода. Например, самый простейший пример – это пропадиен 1,2 или же называемый аллен. Собственно говоря, такие углеводороды кумулированные называются аллены. Двойные связи у алленов, они ориентированы в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, то есть примерно вот так. То есть они являются не плоскими, и поэтому могут существовать в виде энантиомеров. Как же получать алкодиены? Есть несколько типичных способов. Ну, во-первых, это дегалогенирование дигалогенидов действием металлов. То есть мы обрабатываем дигалогенид, например, цинком, магнием или натрием, например, литием. Если это был дигалоген-алкен, то он превратится в алкодиен. Дальше можно дегидрировать алканы и алкены. В зависимости от условий специально подбирают. Таким образом, ну, самый распространенный диен – это бутадиен 1,3. Вот вы можете видеть, как из смеси бутана и бутена 2 с помощью катализаторов оксида хрома 3 и оксида алюминия 3 можно получить бутадиен 1,3. Также можно дегидрировать диолы. То есть, если мы знаем, что возьмем дегидрирование спирта приведет к алкену, то если это диол с двумя спиртовыми группами, то мы можем получить алкодиен. Другим способом является дегидрогалогенирование дигалоген-алканов. В принципе, такой же самый принцип, по сути, как и у алкенов был. Но мы можем взять сильное основание, например, щелочь, спирт – это самый простой вариант. И у нас получается отщепление этих галогена вместе с водородом и образование на его месте двойной связи. Если таких галогенов 2, то, соответственно, можно получить диен. При этом среди продуктов реакции элиминирования, то есть таких отщепления, всегда будет преобладать более стабильный, то есть сопряженный диен. Сейчас мы это увидим на картинке. Например, вот здесь приводят пример того, что из 4-бром-4-метил-гексена-1 преимущественно получается именно сопряженный диен, 78% в противовес обычному изолированному.
Также способом получения алкогенов может быть синтез Лебедева из этанола со всем известными катализаторами. Это обычно оксид цинка, оксид алюминия или оксид магния. Это одновременное дегидрирование и дегидратация. Другими способами, но уже более экзотическими, будет, например, окисление винилкупратов. То есть мы можем взять алкинилбромид, то есть там, где есть у нас бром при двойной связи, и подействовать на него бутиллитием при минус 78. В итоге у нас известная реакция, которую мы проходили уже с вами, то есть замена лития на бром произойдет. А дальше как раз-таки обрабатываем купрум-2-бром-2 на валентной медью с окислением. В итоге у нас получается фактически удвоение связи, получается диен. Также способом получения диенов может служить обратная реакция Вильсальдера, ретро-реакция. Так как эта реакция на самом деле обратимая, поэтому она может идти из, как в прямую сторону, так и в обратную. Можно из диена и диенофила получить циклоалкен, а можно наоборот. Ну и различные восстановления хининов или диинов. Ну как пример приведен, например, образование из ацетилена с помощью катализаторов хлорида медия 1, хлорида аммония, винилацетилена, и потом последующее селективное восстановление только тройных связей до двойных на катализаторе, так называемого трабленом, палладий, нанесенный на сульфат бария с ингибитором в виде хинолина. Ну или другие катализаторы тоже могут использоваться для селективного восстановления тройной связи до двойной. Также может быть использована димеризация винилборана. Можем взять какой-то алкин и подействовать на него, например, дисиамилбораном. В результате у нас присоединение по тройной связи происходит. При этом мы это уже такое разбирали тоже против правила Марковникова. Ну, потому что там, по сути, на боре плюс, на водороде частичный минус, поэтому присоединяется он, чтобы получить наиболее стабильный карбокатион, но присоединение фактически получается водорода, не как мы привыкли по Марковникову. Ну и дальше обработка сильным основанием, одновалентной медью. В результате у нас получается димеризация с получением диена. Ну и есть такой, наверное, вряд ли встречающийся часто на олимпиадах, синтез именно кумулированных диенов по дюрингу. Мы берем алкен, обрабатываем его трибром метаном в основании сильном трибутилате калия. Кстати, у нас получается циклопропонирование, то есть образуется циклопропановый цикл, ну, такой с заместителями и двумя бромами у одного из атомов углерода. И дальше обрабатывая натрием, либо каким-то бутиллитием, еще чем-то, то мы можем получить кумулированный диен. Если же говорить о физических свойствах и строении диена, то первые, самые легкие соединения – это газы. Средние жидкости, которые не смешиваются с водой. Это на картинке можно увидеть энергию гидратации различных соединений пентена-1, пентадиена-1,3 и пентадиена-1,4. В результате мы видим, что пентен-1 и пентадиен-1,4 имеют как раз ровно в два раза больше энергию гидрирования, оговорился в прошлый раз, что говорит о том, что как раз-таки у пентадиена 1,4 связи изолированы, и каждая из них ведет себя как независимая двойная связь. А вот у пентадиена 1,3 с сопряженными двойными связями энергия гидрирования, она меньше на величину 3,9 килокалорий на моль.
ее можно считать экспериментальной оценкой энергии сопряжения и связи именно в сопряженных диедах. Именно поэтому они являются более устойчивыми и часто образуются как самый стабильный продукт. Какие же реакции есть у диедов? Ну, начнем с самых простых и типичных, как в целом алкенов. Это электрофильное присоединение. Естественно, двойные связи образуют повышенную электронную плотность и, как следствие, возможные атаки электрофилами какими-то, а так как они не насыщены, то присоединение к ним. Например, гидрогалогенирование. При этом, если в алкенах у нас был вопрос там, против правила Марковникова, как происходит присоединение, то у диенов возникает еще одна сложность. Как видим, можем провести 1-2 присоединения или 1-4 присоединения. То есть галогеноводород может присоединиться по одной из двойных связей, либо же фактически часть из него присоединяется к одной двойной связи, а часть к другой, а двойная связь переезжает в середину. Если рассмотреть сам механизм реакции, то сначала происходит образование пи-комплекса, так же, как и у реакции бромоводорода с алкенами, то есть фактически присоединение, приближение к двойной связи. На второй связи, в стадии, происходит перегруппировка пи-комплекса в сигма-комплекс с образованием различных резонансных структур, при этом они являются аллильного типа карбокатионами, которые, в общем-то, стабилизируются. Аллильный карбокатион самый устойчивый, поэтому он достаточно устойчив. И в данном случае эта стадия является скоростью лимитирующей. Ну и на третьей стадии, в общем-то, происходит стабилизация карбокатиона взаимодействием с бромитионом после того, как присоединился медленно водород. Как же будет присоединяться? То есть у нас, возможно, два присоединения. На самом деле на этот вопрос ответ, что у нас будет по условиям. Есть так называемый кинетический контроль, есть термодинамический контроль. Вы можете видеть, что при пониженных температурах основным продуктом является 1-2 присоединения. Вот можете видеть, что есть бутальена 1,3 с H-бромом. При минус 80 преимущественно получается 3-бром бутен 1 до 80%. То есть продукт 1,2 присоединения. А если же сделать температуру 20 градусов, то более преимущественным продуктом присоединения уже будет продукт 1,4 присоединения. Если же рассмотреть те механизмы, как они проходят, то при кинетическом контроле присоединение идет по правилу Марковникова, то есть 1-2 присоединения с образованием более стабильного карбокатиона. И если вы видите на картинке, 2-метил-бутальен-1,3, его атакует H с плюсом, в результате у нас есть два варианта атаки. И образование, естественно, получается более стабильного третичного карбокатиона. Ну и потом к которому присоединяется бром-минус и образуется, соответственно, продукт 1,2, по сути, присоединения. При термодинамическом же контроле тоже идет присоединение по правилу Марковникова, 1,4 присоединения, но образуется более замещенный алкен. То есть в результате образование более стабильного карбокатиона, который получался на первой стадии за счет более высоких температур, у нас происходит смещение двойной связи, то есть различные резонансные структуры, по сути, и образование более замещенного алкена оказывается более выгодным, и поэтому получается 1,4 присоединения. Другим вариантом реакции, который тоже, естественно, по двойным связям проходит, это галогенирование. Здесь примерно тот же самый принцип.
если взять бутадиен с бромом при минус 80, у нас в основном будет 1-2 присоединения. При этом при 40 градусах уже основным продуктом будет 1-4 присоединения. Другими реакциями являются свободно-радикальные уже присоединения, то есть не электрофильные. Например, можем взять бром при нагревании или облучении, он диссоциирует на атомные радикалы, и дальше образует радикалы, причем тоже аллильного типа, достаточно стабильные, ну и потом образуется дибромид. При этом в такой способе реакции всегда идет 1-4 присоединения вне зависимости от температуры. Окисление алкадиенов. Ну, помимо простого окисления там, кислородом воздуха до СО2 и воды, можно рассмотреть более интересное. Например, окисление мягкое перманганатом калия в водной среде. Из бутадиена 1,3 мы можем получить щавелевую кислоту или оксалат, вот такая вот интересная реакция, ее стоит запомнить, потому что частенько ее используют, такая не совсем стандартная, поэтому ее стоит обратить внимание. Двойные связи там рвутся, образуется СО2, а на месте вот такого вот остатка из двух углеродов образуется щавелевая кислота, либо ее соль. Ну и пример окисления, например, с восстановительным озонолизом. То есть двойные связи рвутся, понятно, на месте терминальной двойной связи у нас за счет восстановления получается альдегид, ну, в данном случае формальдегид, а там, где у нас была двойная связь у разветвленного третичного атома углерода, у нас будет образовываться кетогруппа, а на месте, соответственно, двойной, где у нас есть возможности по валентностям, будет образовываться альдегидная группа. Поэтому получим оксопропанал. Также возможно восстановление. Восстановление, конечно, самое простое – это водородом на различных катализаторах, например, бутадиена, добутана. Вот. Или же более интересно, например, амальгама натрия с получением из бутадиена 1,3, бутена 2 именно. Ну и самые полезные и, наверное, сложные реакции – это полимеризация, образование различных полимеров, которые потом используют широко в быту. Бутадиен 1,3 может полимеризоваться по трем различным ветвям. Может быть 1,2 полимеризация, но она не очень используется. Может быть 1,4 полимеризация, когда раскрываются крайние двойные связи, а двойная связь переходит в середину молекулы. При этом возможно как cis, так и транс полимеризация, и долгое время с этой проблемой сталкивались синтетики, которые пытались, в общем-то, получить такие каучуки, действительно это делали, но качество было хуже, чем у природной резины. Оказалось, что природные каучуки, они стереорегулярные, то есть это именно цис-полимеры, и когда уже сделали катализаторы цилироната, которые позволяют именно селективно получать цис полимеры, то тогда качество искусственно получающихся каучуков и потом резин не стало уступать природным и даже где-то их превосходить. Если поговорить как раз-таки о катализаторе цилироната, вот можно видеть пример его работы из изопрена с помощью этого катализатора. Можно получить именно стереорегулярный синтетический каучук изопреновый, то есть именно цис-1,4 полиизопрен.
Например, из 2-хлорбутадиена 1,3 можно получить неопрен. Вот. Также возможны различные смеси тех веществ, которые подвергаются полимеризации. То есть, например, можно взять алкадиен, который полимеризуется, а можно взять алкен. Ну, в данном виде, например, ароматический стирол, который тоже из него можно полистирол получать. Если их совмещать вместе, при определенных условиях можно получать так называемые сополимеры. То есть это вещества, которые соединяют несколько веществ в себе, образуют общий такой полимер, который может обладать новыми свойствами. Собственно, химики, синтетики этим и занимаются. Также можно поговорить о реакции Дильса-Альбера. В прямом виде это 4 плюс 2 цикла присоединения. Из диена и диенофила можно получить циклоалкен. Ну, классический пример вы видите. Бутадиена 1,3 диена и этилена диенофила. В результате у нас получается циклогексен. Также эти реакции происходят и с другими различными диенофилами. При этом оказывается, во-первых, реакция обратимая, и она сильнее сдвигается в сторону прямой реакции получения циклоалкена, если диенофил имеет группы электрон-акцепторные, ну, например, акролин. Это диенофил, у которого есть альдегидная группа, соответственно, она стягивает на себя электронную плотность, в результате реакция сильнее сдвигается в прямом направлении, и получается как раз-таки такой циклоалкен уже с альдегидной группой тоже. Как пример, можно привести ниже тоже у нас 2-метил-1,3-бутадиен и малиновый ангидрид. Тоже образуется соединение, причем конфигурация атомов, которая была, строго соответствует именно той, которая получается в результате реакции Дильса-Альбера. Ну и стоит, надо понимать, что первоначально это должны быть именно цис-диены, потому что с транс-диенами такого соединения не будет. Вот еще примеры реакции Дильса-Альбера. Алкины тоже могут вступать в реакции Дильса-Альбера в качестве диенофилов. Ну, соответственно, тогда у нас получается цикл из 6 углеродов, но 2 двойных связи. Одна, которая получается в результате самой реакции Дильса-Альбера, а вторая, которая была, в общем-то, только одну связь передает алкин, оставаясь алкеном в своей сути. При этом реакция Дильса-Альбера может даже протекать с гетероатомными ненасыщенными соединениями. Ну, например, с хлоралем. Вот, где двойная связь идет от кислорода. Или же, например, очень интересная реакция того же самого акролеина. То есть его можно представить и как диена, и как диенофил, так как у него есть классическая двойная связь углерод-углерод, а есть двойная связь углерод-кислород. То есть он может фактически быть диеном. Ну, а сам по себе за счет двойной связи углерод-углерод быть диенофилом. Тоже образовать аддукт в виде такого присоединения по реакции Дильса-Альбера.